Дорогие мои, всех я приветствую на своем канале, на канале у Галюни в деревне. Так, я очень разочарован вчерашней посылочкой. Вот, замочила розы на ночь. Ну, надо, мне там подписчица написала, что, Любовь, что в корневине надо замочить. А сестра сказала, что когда будешь сажать, то посыпи корни корневином. Ну, не знаю, я очень разочарована. Не знаю, получится из них что, все листья жужжат, вообще все пожурено. Все. И лилии с гладиолусами. Даже неохота их высаживать. Потому что они, наверное, даже гладиолус цвести в этом году и не будут. Потому что там детки. Ну, вот такие вот розы. Не знаю, что от них будет, толк не будет. Ну, вроде вот мелкие есть корни. Вот. Вот так вот. Вот такие дела. Распустился рис. Темно-синий. Я как-то не люблю их, эти рисы. Они быстро цветают. Да они и в этом году чуть повымерзали, что ли. Или вымокли, не знаю. Что с ним было? Вон там и там были. Не знаю, что-то непонятно. А я немножко загребла во дворе. То и ветки с березки нападали сухие. А теперь чищу цыплячий уголок. Ну, короче, клетку цыплячью. Осенью не почистила, остался вот сейчас. Ну, сейчас почищу.
А я собрала мусор. Сейчас поеду отвезу. Еще там вон коробки. Сейчас еще коробки соберусь. Сейчас Жень шумно, может, Жень со мной поедет. Утят мои гуляют. На вольных хлебах. На их выписала. Вон они. Сутки. Ну, мы с Женей съездили, отвезли мусор. Он мне помог. Молодец. Вот. А сейчас пойдем мы обедать. Вот такие дела. А у нас на обед суп с фрикадельками вермишелевый. Блинчики. Утром жарила. Может, Жень еще поест. Вот. Всем приятного аппетита. Но вы знаете, вот после этой болезни, которой я переболела, вообще ничего не охота есть. Оно даже... Вот пила бы я чай, и все. Больше ничего не хочу. Но надо. Слово есть надо. Вот так вот. Всем приятного аппетита. Кто со мной кушает. Ну вот, сделал я ямки. Разложил розы. А сейчас посыплю корневином туда. Вот. И буду засыпать. Присыплю сейчас. Дай бог, чтобы выросли. Чтобы радовали хозяйку. Что не зазря деньги заплатила. Так. Еще прямо с пузыречка. Да ёлкин. Как все не высыпать. Ты. Сейчас вот так присыплю. 5 штук. Ладно. Деньги бишь не отдала, правда. По 400 рублей. Не знаю. Ёлки. Как говорят, глаза заведущие, руки загребущие. Ну, пролила воды прям. Добренько водички налила туда. Почти по ведру. Надо весь её корневин выспать. Пузырьки у меня было. Ну и все. Ой, блин, это много. Ну ничего. Так. Ну и все, сейчас позасыпаю. Какие-то мои перчатки. Тут, наверное, прививку надо засыпать. Чтобы ее не видно. Жень говорит, нафиг тебе это надо. Даже Жень так сказал. Чего молчишь-то? Он сегодня без настроения. Он думал, сегодня уедет на мосту. А отец за ним не приехал. Он бы мог приехать. Ну, и чего? Помешал ему? Мало. Мама сказала, чтобы еще у бабушки было. А мне это надо? Надо, у бабушки мне надо. Мне это не надо. С дедом. Ты вон ходишь с ними, гуляешь. Вы мне мотоцикл сюда привезите, тогда я хоть здесь год останусь. Ага, и бабка будет бегать за тобой. Зачем? А эти несчастные луковички я обработал в растворе Максим. Ставить препарат Максим. Там два... Так, 2 миллиграмма на литр воды, короче. Вот. Правда, я сейчас в одну кучу посажу их, вот эти вот. Ну, чего они, наверное, цвести не будут? Они прям мелкие-мелкие деточки. Вот. Ну, и лилия тут одна сломана. Надломлена. Вот одна надломлена. Вот это вообще сломлено.
макушка. Ну, посажу. Что будет, то и будет. Может, на следующий год будут. Где-то прям была какая-то с ямкой. Ну, а что хотели кота в мешке покупать? Ну, купила за 5000. 5 роз и вот этот дребедень. Ну, ладно, не буду расстраиваться. Посажу. Что будет, то будет. Будут цвести, будут, не будут. Бог с ним. Про этот препарат я не сказала. Максим, защита цветов и картофеля. Там уже луковицы уже были плесневые. Так, вот тут уничтожает инфекции на поверхности, посадочные материалы, почвы. Защита от болезни в течение всего периода роста хранения. И тут я читал, что перед поэтом... Когда убираешь осенью, гладиолусы, еще какие там, то тоже надо Максимом обрабатывать. Кысун, ты что нюхаешь? Вот представляете, траву жую, гляньте. Траву. Ну, наверное, витаминов не хватает. Да, Кысун? Витаминов хочется. Вы посмотрите, как он жует. Сейчас я покажу с этой стороны. Жуй, 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 Кысун, жуй. Дожили до весны. С голоду не помрем теперь. Трава пошла. Блин, и смех, и грех, а. Кысун, молодец. Молодец, Кысун. Мясо, мясо. А это лечебное все. Так, ну все, а я пошла сажать. Не буду я показывать, как сажать. Сейчас я в одну лунку все высплю. И пусть остаются. Конечно, я пошутила. А то скажете, вот какая. А у меня здесь вот еще петуньи поставались. Я сейчас вот в это колесо прям сердце сажаю. Какие получше выберу. Ты елки-палки. Ну вот. Сейчас их рассажаю по кругу. Все в круг в одном будет. Нормально будет. Вон посадила. Потом можно пересадить их. Вот они. Зацветать начинают. Ну а где столько горшков набраться? Ну вот, день подошел к концу. Я вышла закрыть курей своих. Фонарики светятся. Красиво. Лягушки около дома прыгают. Вот такая красота вечерняя. Друзья, всем приятного просмотра. Спасибо, что заходите на мой канал, смотрите. Да, я только удивляюсь, что люди с моего села смотрят, но никто не пишет комментарии. Как прям даже интересно. Просто посмотрели и все. Вон лягушку попрыгла. Где-то там. Мелкие лягушки откуда взялись. Ну, так все. Всем желаю добра, мира, чтобы все, у всех было хорошо. Всем пока-пока.